Рейсовый автобус Махачкала-Москва столкнулся с грузовиком. ДТП произошло в Волгоградской области на трассе Элиста-Волгоград. В результате 14 человек пострадали, все они с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются. И уже в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан для родственников пострадавших открыт телефон горячей линии 8 87 22 39 99 99.